Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и вы на канале «Репейник». Не самый приятный для меня выход в эфир. Я люблю выходить по каким-то приятным поводам. А здесь такой ролик, наверное, извинения. Сейчас конец июня месяца, и на сегодняшний момент до сих пор, несмотря на то, что конец июня, не все наши клиенты получили в регионы свои посылки. Я понимаю, что это очень сложно, потому что я знаю, что значит для садовода ждать. Мы ждать не умеем. И, наверное, в этом наша определенная прелесть. Когда ты зимой выбираешь растение, когда ты зимой его покупаешь, когда ты всю зиму и всю весну с нетерпением ждешь, когда же оно придет, а его все нет, нет, нет. И говорят, подождите, завтра, это уже как-то не смешно. Я догадываюсь. И поверьте, нам тоже не смешно. Сегодня 21 июня, у нас до сих пор в парке еще цветут тюльпаны. И такая ситуация не только у нас, но и у наших коллег. Ваши посылки фактически все собраны, отставлены, но не хватает одной или две позиции. Связано это не на нас. У нас есть два замечательных поставщика, которые выращивают потрясающие растения. Но проблема в том, что они точно так же боятся отправлять раньше времени, потому что слишком холодно и до конца до кондиции не дошли. Всеми правдами, неправдами, уговорами, угрозами, и насколько это возможно, мы договорились, и до конца недели мы получаем все остатки, отправляем все заказы, силы мощностей у нас хватает. Если нужно, мы уйдем и в ночную смену, потому что в тот день, когда мы отправим последнюю посылку, я закрою садовый центр на 3 дня, и мы всем коллективом будем танцевать джигу. Однозначно, конец июня, на улице плюс 11, когда такое было. И я понимаю коллег, которые нам не отправляют, и я понимаю вас, которые вы нам не отправляете. И мы до конца не выставляем свои растения, потому что холодно, им сложно укорениться, то холодно, то ветер, то еще что-то. Но вы так долго ждали. И так долго ждать, наверное, могут действительно самые нетерпеливые и самые преданные садоводы, которые только есть. Еще чуть-чуть, буквально чуть-чуть. В пятницу, в субботу должны все получить. За воскресенье должны добавить недостающие горшочки к вашим посылкам. И встречайте. Цепляйтесь. Скоро увидимся. Спасибо за понимание.